Двери гаражей бывшего кооператива «Бур» уже более месяца заварены металлическими пластинами. Данные меры приняты в отношении должников по членским взносам. В кооперативе 132 гаража. Треть владельцев и арендаторов не производит оплату на протяжении многих лет, говорит председатель кооператива. А горожане, которые регулярно оплачивают взносы, часто возмущались состоянием разбитой дороги. Вскоре председатель приступил к ремонту общей дороги, но имеющихся средств в бюджете кооператива не хватило. Ремонт дороги – это дело накладное. И дорогу мы, в общем, сделали. Помог еще один предприниматель, который тоже немножко был заинтересован в этой дороге. Но денег на эту дорогу не хватало. Значит, предупредив всех, абсолютно всех членов кооператива о том, что будут приняты меры и почему они будут приняты, реакция была очень слабая, поэтому вот я вынужден был такое кардинальное решение принять. 40 с лишним гаражей неплательщиков были заварены. Ну, это сильно сказано заварены. Просто полоска железа была приварена. Прошел вот полтора месяца после этой акции. Человек 10 пришли, заплатили. Возмущений, в общем-то, особых не было. Потому что люди, не платили 5, 10, некоторые 15 лет. 10 гаражей открыли сами, посчитав, что, по-видимому, они никому ничем не обязаны. 20 гаражей на сегодняшний день еще хозяева не объявились.